Доброе утро! С вами канал «И жизнь, и слезы, и любовь». Меня зовут Светлана, город Гомель, Беларусь. Сегодня 28 января, вот, зимний месяц. На улице у нас сегодня плюсовая температура. Все, что выпало, все, что прикрыло, все, наверное, растает. И на асфальте скоро будут лужи. Вот. Мои дорогие зрители, старые, новые, вот, еще раз скажу вам, я уже упоминала в видеознакомстве, что мне очень тяжело будет сейчас вести второй раз канал. Дело в том, что все те эмоции, все то поведение, все то откровение у меня осталось там, в том канале, который я удалила. И поэтому будут ли сейчас у меня такие всплески вот, ну, как бы вот эмоций таких вот радостных, чтобы что-то вам рассказывать в каком-то, в том стиле, который у меня был там, на том канале, я не знаю. Но я буду стараться. Все, кто новенький зашел на мой канал, чтобы не возмущались, как было тогда, что вот вас не видно. Вот я с вами поговорила, а потом я что-то мне надо тут сделать, приготовить, заварить, запечь. Я беру, опускаю камеру ниже. И вам уже моего лица не видно, вам видно только туловище. Вот, но вам видно мои руки, что я делаю. Потому что, чтобы потом не было претензий опять ко мне, что вы не так ставите камеру, что вас не видно. Я с вами вот поговорила. Сейчас я буду заваривать чай, мне уже надо немножко перекусить. Утром у меня была на завтрак манка, моя любимая манка. Вот, а сейчас я хочу заварить себе чайку с творожком и попить. Сейчас у нас 12 часов дня. Вот, что вам еще рассказать? У меня очень какое-то такое настроение в душе поганое, потому что какой-то мне страх, мне первый раз такого страха не было, как я вела тот канал, а сейчас мне какая-то скованность, какой-то страх одолевает, вот, не знаю. Короче, сейчас я вас опущу пониже и буду с вами разговаривать и буду заваривать себе чай, чтобы вам было видно. Вот так вот. Видите, вам меня видно, что я буду делать. Не знаю я, что мне вам рассказывать, как мне вам тему какую-то, воспроизвести в новом видео. Не знаю я даже, девочки, мальчики, кто будет меня смотреть. Вот, даже не знаю, как это у меня получится, но какая-то скованность, какая-то неуверенность у меня. Вот, какое-то такое вот, все что-то не то. Ну, что вам рассказать? Не знаю, он телефон мой моргает. Что-то, наверное, не так у нем. Живу я одна. Ни котика у меня нету, ни собачки. Вот. За всем этим надо ухаживать. Все они требуют внимания. Вот. Что вам еще сказать? Название канала будет соответствовать моим видео. У меня есть очень много отрицательных таких всегда эмоций. Буду вам рассказывать о них. Вот. Не знаю я, как у меня пойдет этот раз. Жизнь, она есть жизнь. Слезы у нас тоже есть. Любви, конечно, нет. Канал называется «И жизнь, и слезы, и любовь». Вот такой вот чай я пью, Гринфилд. Канал называется «И жизнь, и слезы, и любовь». Жизни есть, слез навалом, а любви пока в ближайшей пятилетке не предвидится.
Но если она появится, любовь, я вам все буду рассказывать и показывать. Вот. Какая любовь? Кто меня знает, мне вот сейчас через 3 часа надо идти уже к матери. Моя смена. Там немножко я вам засняла. Маму, как я поила ее чаем, но это когда у меня еще не было этого канала. Так что попозже я вам смонтирую, наверное, покажу. Не знаю, девочка, это штора. Не знаю, девочки, как мне пойдет этот канал. Я прямо как новичок, честное слово. Это я в сентябре тот канал открыла. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 5-й месяц шел канал. Я там уже так разболталась. Я там уже так, не знаю, как своя была. А тут я еще как не своя. Но я думаю, что я войду в колею. Без канала я побыла мало. Вот 23-го я закрыла его, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го. 4 дня. И за 4 дня во мне что-то все перевернулось. Я не знаю. В том канале, в каждом ролике я пыталась что-то... Какую-то шутку с каким-то юмором, с каким-то... прибамбасом вам донести, чтобы вы улыбнулись как-то немножко. А в этом не знаю, как у меня получится. Ну, что вам еще рассказать на первый раз? Не знаю я вам, что рассказать. Кипит чайник. Вот что нас заставит рассказать о себе. Это чайник. Опускаю вас опять пониже, кто не знает меня. Ручка в этом чайнике нагревается. Не знаю почему. И взяться за него уже нельзя. А вы завариваете 1 пакетик 2 раза или нет? Расскажите мне, пожалуйста. Но это не с целью экономии. С целью той, что я не пью крепкий чай. От крепкого чая уж очень сердцебиение большое. Вот я его помакала, мне достаточно по цвету. Я его ложу. Часа в 4 опять захочу попить, я опять его заварю. А вы так делаете или нет? Напишите мне, пожалуйста. Лимон заканчивается. Сейчас надо идти в магазин купить лимона. Я без лимона чай не могу пить. С лимоном чай теряет цвет. Сейчас он будет бледный. Ну что, мои хорошие, сейчас я буду пить вот такой вот чай с лимончиком. Вот. Кушать вот такой вот творожок со сметанкой и с сахаром. Ну и все. А потом немножко я отойду, мне же надо отойти, понимаете? Вы же вот кто смотрит меня сейчас из старых моих подписчиков, вот, вы видите, что я вообще не такая. Я не знаю, я как в другом государстве. Не знаю, хотелось бы, конечно, вернуть те мои эмоции, ту мою радость, вот, которая у меня была, но не знаю, получится или нет. Все, мои хорошие, пока. Я... прекращаю съемочку, вот. Буду стараться на все 100 вам что-то показывать, доносить свои душевные тревоги, расстройства, радости. Все буду вам показывать. Пока-пока. Спасибо за просмотр.